Китае запустили спутник-ретранслятор, который в будущем поможет людям изучить обратную сторону Луны. Аппарат должен установить связь между Землей и зондом, который ученые намерены отправить на темную сторону Луны. Китай хочет стать первой страной, которая выполнит такую амбициозную задачу. Поднебесная в последние годы активно развивает исследования космоса. К 2030 году государство намерено войти в тройку крупнейших космических держав.